Первый день на выставке «Цветы» в «Крокус-экспо» были в основном специалисты, поэтому народу было не так много, и уж очередей-то точно не было. Но тут я увидел очередь. То есть это стоят в основном коллеги из других регионов. И зачем стоят? За семенами. Ну что, семян нету, что ли? По-моему, выбор огромен. Давайте разберемся. Добрый день. Здравствуйте. Фирма... Агротехнологическая фирма «Агрос», город Новосибирск. Работаем с семенами, с семенособственной продукцией, собственного производства и лучшие мировые бренды. Почему у вас стоит очередь? Очередь? Там да. У нас за углом очередь, потому что там есть семена. Почему у других нет очереди, а у вас очередь? Как вы допустили? Ну, допустили, позвали, специально уголочек сделали, можно сходить, посмотреть именно с семенами. Вы что, мы хотите... Мы над этим 30 лет работали, чтобы у нас очередь, понимаете? А, в Москве очередь появилась. Это вы намекаете, что у вас семена хорошие, очень да? Хорошие. Ага. А, все так говорят. Так нет, мы даже семена давали некоторым тестологам. Если вы знаете, есть такой Андрей Туманов, тестолог очень хороший. Мы даже ему семена давали. Вроде он был тоже доволен. Да? Ладно, поверим, да. Все.